Всем здорово, мои бесстрашные друзья. С вами Спикер, и продолжаем играть Dead by Daylight. И сегодня возьмем аптечку, возьмем био, боевого вояку и пойдем, конечно, убегать. Я уже прокачал персонажа до 7 уровня, больше не смогу прокачать. Нужно, конечно, зарабатывать. Ну что, погнали! Раз, два, три, четыре, пять. Мы пытаемся бежать. У нас есть аптечка, и погнали. Первый генератор прямо перед нами, и начинаем его чинить. Ребята уже собрались все вместе. Буквально 5 секунд до начала раунда, и мы уже активно чиним генератор. Все дружно. Пардон, друзья. Сейчас придет маньяк, будет веселее. Оп, успел. Где наш четвертый бегает? Пускай отвлекает, а мы дружно будем чинить генератор. Отличная тактика и отличная идея. А, сердце забилось. Ничего страшного, я буду сидеть до конца. Нет, я решил все-таки уйти. Ай, я вижу маньяка, друзья. О, топорики, охотница против нас. Против нас охотниц, и это были топорики. Быстренько сюда. Хилимся. Она поблизости. Но здесь, по идее, у нас тупик, и, возможно, пройдет мимо. А может, даже и не уйдет. Она услышит, как я хилюсь. О, прошел мимо. Я видел, это охотница. Напевает песенку. Я похилился. Это было больно. Это было больно страшно. Так, она ушла в ту сторону, мы побежим. Ух ты, жесть. Мы побежим в другую сторону. А здесь тупик? Нет, здесь проход есть. Есть проходик. Убегаем, бежим подальше отсюда. Не очень хорошее место, я скажу вам. Ох, май гад. Бежит с топориком наперевес. А мы сюда и в окошко. Давай в окошко. Оп, мы в окошко и убегаем сюда. Мы бежим подальше. Снова в окошко. Нет, в окошко не получится. Она напевает песенку красиво. Не будем шуметь, мы просто убежим подальше от нее. Вот и все дела. Ух ты, да. Мурашки бегают по моему телу очень быстро. Так, где у нас находится генератор? Так, я убежал довольно далеко. Я не вижу. А вот-вот-вот вижу. Чиним. Останется 3 генератора. И, оп, успел. Напевает песенку, и мы уходим. Подальше отсюда. Пока что все спокойно. Спокойно чиним. Ох, какой как успел. Осталось буквально чуток. Я готова, убегаем. Все чудесно и прекрасно. Маленько отсидим здесь и подождем. Бежал в ту сторону. Так, если только напевает песенку. Зря я тут остался, мне кажется. Напевает песню. Вижу, бежит в нашу сторону. Она бежит ко мне. Обалдеть, вот это мандраж. Вот это да, это был экшен. Побежали в другую сторону. Но красотка в красном пробежала мимо него. Ей повезло. Побежали вон в ту сторону, там, где должен быть генератор еще. А где наши ребята? Тихо. Она же далеко была. Вот, вижу генератор. Подбегаем и чиним его. Новенький? Да, новенький, свеженький. Где ребята? Еще двое, которые должны, по идее, тоже чинить. Куда они делись? Все спокойно, музычки нету. Сердце бьется все равномерно. Осталось 3 генератора. Успел. Уйти, конечно, отсюда можно, в принципе. Хорошая реакция. Кажется, напевает песенку. Чиним, продолжаем. Нет, пора бежать отсюда.
Нужно придерживаться какой-то тактики. Давай-ка нам прям за дерево сюда. Так, есть еще один генератор, буквально рядом. Давай его починим. О, Билл пришел. Давай, помогай. Где вы бегаете, ребята? Куда пошел? Ой, черт. Где-то бегает поблизости. Нет, чиним, продолжаем. Смелее. Главное смелее, главное поувереннее. Ну, пока что никто не ранен, я даже не знаю, где все бегают. Успел. Где все бегают и чем они занимаются? Бил, ты куда убежал? Иди сюда, давай же чиним. Вдвоем гораздо быстрее будет. Повеселее и посмелее будет. Отличная реакция. Тут есть ящик, если что, можно в него спрятаться. Ох, мой бил. Давай, чини. Два била чинит у нас генератор. Походу придется все взять на себя. В очередной раз. Окейшки, погнали до следующего. Тут поблизости находится. Кстати, уже раненый есть. Есть раненый, и я все-таки пошел чинить генератор. Я не вижу на карте, где он раненый. Чиним. Эх, чуток не успел. Окейшки, готов. Я не вижу, где раненый. А нет, все нормально. Он уже поднялся и уже убегает. Пускай отвлекает маневр, а пока что будем чинить. Они отвлекают, другие чинят. Тактика реально хорошая. Давай, давай быстрее. Останется еще один генератор, и реально будет круто. Я починил пока что 3 генератора из 5. Такое чувство, как будто у нас играет 2 или 3 человека. Четвертого я вообще не чувствую и не вижу. Давай, все быстрее идет. Слишком долго тут задерживаться, конечно, тоже не нужно. Слишком подно на одном месте сидеть. Буквально чуток осталось. Окейшки, погнали отсюда. Обалдеть. 3 генератора из 5 пока что починили. Остался последний. Так, пригнуться. Пригнемся, ищем следующий генератор, который должны хотя бы ребята починить. Потому что реально я из 3 из 5 починил. Ну какого черта? Почему я должен все тащить на себе? Так, здесь должен тоже быть. Вот, вижу. Его чинят. Чудесно, бил, круто. Ну, в принципе, неплохо начал. Сейчас закончим и пойдем на выход. На выход, конечно, пойдем всем разом, потому что, ну, конечно, на выход все пойдем. А чинить нас никто не хочет. Реально, ребята, отсидели где-нибудь в ящике. В ящике отсиделись целую ходку. Ты испугался? Какой ты трус. Так, видел кого там? В красной футболке, кажется. Вон бегает, да, в красной футболке, хромает. Иди сюда, родная. Сердце бьется. Сердце бьется все быстрее, я вижу мутанта нашего. Нашего охотника и видел. Он бегает за красной. О, хорошее местечко, кстати. Где можно наблюдать, кстати. Ох, друзья, уже выход. Бежим на выход. Катка продолжается. И вот наш выход. Давай. Давай же, Бил. Держим не очень долго и идем на выход. Подождать всех остальных, либо что делать, я даже не знаю. Если будет, конечно, охотник, я просто убегу отсюда. Ребята, бегите ко мне. 2 пива собрались вместе, мы готовы уже уйти. Я подожду остальных, возможно. Возможно, нет. Или мне придется уйти. Да, ребята, все дружно, в принципе. Ребята, все на ходу, все на ногах, бегите сюда. Можно пойти, конечно, к другому выходу и его тоже открыть. А где у нас другой выход? А, я даже не вижу на карте его. Ну хорошо, мы подождем, в принципе. А у нас охотница, которая бросает топорики. И напевает песенку красивую. Так, похилиться мне не нужно. В принципе, все нормально. Ходка довольно была спокойная. Но топорики бросал, конечно, хорошо. Чувак, беги уже на выход, я подожду остальных. О-о-о-о, придется все-таки убегать. Привет, хромая.
Походу мы втроем все-таки убежали. Сейчас посмотрим концовочку, надеюсь, все убежали. Ну а с вами, друзья, я прощаюсь. Увидимся уже в других роликах. Спасибо, кто смотрел. И до новых встреч. Продолжайте бояться. Со спикером. До новых встреч. Всем пока.